Давай. Так, как там? Как наш мастер-майнд прошел? Юль, можешь поделиться От меня, да? впечатлениями? Не, сейчас Юля. А, да, конечно, да. А я с удовольствием поделюсь впечатлениями. Мне очень нравятся наши созвоны. Это уникальное такое мероприятие, потому что, я говорю, я слушаю отрасль, которая меня вообще не касается, и параллельно сижу, мой мозг параллельно погружает запросы, которые мне нужны для моей непосредственной работы. Сегодня инсайт, убилась я в глубину, но я как руководитель бизнеса должна мыслить стратегически. И прямо хлоп, я себя на этом отпустила, для меня это очень важно. То есть у меня останется продукт как творческая составляющая все-таки, для творчества, для идей, но и более масштабно мыслить, ну, как будет в приоритете. А что было полезно? Как структурировать свое глобальное обучение, которое было у меня до этого вообще, ну, которое поможет мне из тетрадок, из бумажек все это перевести в компьютер. Поняла, что без нейрокоуча никуда, мозг надо прокачивать и учить его мыслить по-другому. И, Ань, благодарю тебя за подсказку. Один нейроалгоритм в день, потом план, и идем делаем хоть что-то из этого плана, чтобы все это не пылилось где-то на тумбочке. Что еще у меня сегодня было интересного? Ну вот, в принципе, то, что меня очень радует, это как только мы собираемся на мастер-майнд, все появляется куча идей, огромное, все записано. Самое главное, все записано. Я благодарю. А Благодарю еще тебя. можешь сказать по поводу, вот ты наконец-то начала использовать нейроалгоритмы, которые встроены у нас, ящик Пандоры, или как сказать, да, сокровищами открыла, вот какие твои первые впечатления, когда ты сделала первый там нейроалгоритм? Слышно? Раз-раз. Да, я просто прислушала, ты Марию спрашиваешь или Не-не, меня? Юль, тебя, да. Вот первый нейроалгоритм, вот как только ты его открыла и сделала, вот ты делилась вначале впечатлениями. Можешь еще раз так кратко? Я не знаю, как кратко сказать. Я вообще в дичайшем восторге, потому что это огромное количество информации, выгруженное абсолютно профессиональным, грамотным языком. Это такой классный диалог с профессионалом, прям, знаешь, с реальным профессионалом, не самозванцем, который там где-то себя там назвал, там пришел и сказал, я стою миллион, и я тебя спасу, а именно с профессионалом, и по существу это очень круто. И мне понравилось то, что классно это выгрузить, структурировать, загнать в таблицу. Это все решается вообще буквально за считанные минуты, сумасшедшая экономия времени. Да, точно. Спасибо большое.